Многие пели, это приятно, когда мы знаем гимн нашей страны, тем более, что вам ее защищать. Конечно же, данный день не проходит без поздравлений. На сцену приглашается человек, который вместе с вами плечом к плечу шел все эти учебные годы, который решал быть или не быть, хотя, может быть, вы даже ни разу с ним не встретились, но от него зависит весь учебный процесс в нашем военмехе. Первый проректор, проректор по образовательной деятельности, исполняющий обязанности на сегодняшний день ректора военмеха Вячеслав Александрович Бородавкин. Добрый день. Я знаю, что сегодня в нашем зале присутствует экс-проректор военмеха, один из инициаторов в группе по выдвижению Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации, а ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Алексеевич Вострецов. Военмех может гордиться тем, что это гражданский вуз, который выпустил сразу 5 космонавтов. Ни один гражданский вуз не может этим гордиться. А вот мы можем. Сегодня у нас в гостях и вас поздравляет заместитель председателя попечительского совета военмеха, вице-президент Федерации космонавтики Российской Федерации Олег Петрович Мухин. Ну что ж, послушаем поздравления. Спасибо.